О, привет, друзья! С вами Макс. И сегодня в этом видео я хочу вам рассказать про мою новую покупку. Да, ведь покупать — это так круто! Общество потребления, шопоголизм! Почти так же круто, как алкоголизм, да? Так вот, моя новая покупка — это складной городской велик. О, пробуксовочка! Но вначале, друзья, я бы хотел вам показать момент покупки этого велика и момент сборки этого велика. Давайте посмотрим. Я забрал коробку с великом, и снова можно порадоваться, что я купил такую большую и вместительную, самое главное, вместительную машину, что я смог вот эту огромную длинную коробку сюда вместить, потому что машина вместительная. Мне даже пришлось сложить заднее сиденье. Вот, видите, заднее сиденье пришлось сложить, чтобы коробка сюда влезла. Поехали отсюда. В этом городе у меня нет гаража, нет места, где я мог бы копаться с техникой или заниматься с техникой. Поэтому я буду это делать здесь, прямо вот в таком типа парке. Ну, я надеюсь, что ничего страшного в этом нет, я никому не помешаю. Почему-то я был уверен, что этот велик будет в разобранном виде или в разобранном состоянии, но... И я еще подумала, почему тогда такая большая коробка? А на самом деле он уже в собранном состоянии, его не нужно собирать. Просто он сам по себе компактный. Вот. Он практически собран. Вот в таком он виде. Нужно прикрепить руль. Колеса. О! Нужно накачать колеса. Колеса спущены. Ну и, в принципе, все. А, еще нужно установить педали. И установить руль. Ну и, наверное, все. Ну вот, все почти готово. Я его собрал. Осталось только накачать колеса. Ну, или накачать шины. У меня нет велосипедного насоса, поэтому я буду это делать с помощью автомобильного насоса. Главное не перекачать, а то будет взрыв. Итак, пробуем первый раз прокатиться на этом велике. Очень прикольное ощущение, он такой маленький и маневренный. Вот это лучшее, наверное, лучший эпитет, лучшее определение — маневренный. То есть прям тебе очень легко поворачивать, тебе очень легко делать какие-то маневры. Классно вообще, мне понравилось. Сейчас покатаюсь подольше и потом расскажу вам, каково мне. Фух, уже стемнело. И когда стемнело, обязательно нужно использовать вот такие фары сзади, чтобы велосипедиста было хорошо видно. Поэтому я заехал в магазин, где продаются велосипедные запчасти и аксессуары, и купил фару и замок, чтобы мой велик не украли. Почему я решил купить именно такой велик? На самом деле у него есть два главных плюса. Во-первых, главный его плюс — это компактность. Это реально маленький велик, он очень легко складывается. Очень легко складывается и очень быстро. И его удобно положить в автомобиль,
Можно даже положить два таких велика в автомобиль и поехать куда угодно. Я сейчас живу в разных городах, и поэтому для меня это удобно иметь возможность перевести велосипеды без каких-то дополнительных багажников на крышу автомобиля и так далее. То есть это удобно. Ну и второй момент – это цена. Этот велик стоил где-то 16 тысяч рублей. Для великов такого класса это совсем недорого. Я купил его в популярном магазине, а впрочем, я не буду говорить каком, чтобы не рекламировать ничего. Ну, я уже примерно неделю катаюсь на этом велике, и что я могу сказать? Что мне нравится? Мне очень безумно нравится его компактность. Мне нравится удобство. Мне нравится, что я в любой момент могу взять его с собой, положить в машину и покататься в другом городе или где-то в другом месте. Но есть и недостатки, конечно. Мне не очень нравится качество деталей, качество колес, качество тормозов и вообще всех частей велосипеда, кроме рамы. Рама отличная, но вот остальные части, они... Есть ощущение, что они не очень надежные, не очень качественные. Но, в общем, я доволен, потому что, наконец-то, я могу меньше ездить на машине и больше ездить на велике. Это полезно и для здоровья, и для окружающей среды. На этом я с вами, друзья, прощаюсь. До встречи в следующем ролике. Пока! Мирка, ну как тебе велик? Круто, нравится. Отлично.